Сегодня хочу сделать обзор на свой электрогрузовой велосипед. Вот смотрите, как он выглядит. Оборудовал его дисковым тормозом. Заказал на Озоне самый дешевый за 600 рублей. Прихваточками приварил его. Здесь также вырезал такой крепеж и прикрутил вот эти суппорта с колодками. Все от тросик от обычного такого тормоза, который на ободе стоял. Вот. Чтобы он не скатывался, у меня в гараже уклон. Я вот здесь вот резиночку такую придумал. И он получается всегда нажат. Зеркала тоже выписывал за 300 рублей на Озоне. Кузов сделал 90 на 90 сантиметров, довольно вместительный. Каркас из профтрубы. Вот, здесь вот 15-я профтруба, здесь 20-я, здесь высечка. А это вот такие уголки у меня были от какой-то, не знаю где нашел их, короче, напилил, приварил из нержавеечки. Колеса 10,5 дюймов от гироскутера, который я приобрел на Авито за 2,5 тысячи рублей. Ну вот, в принципе, и все. Вот такой агрегат разгоняется до 39 километров в час. А максимально я на нем возил плитку тротуарную, 222 килограмма грузил. Единственное, когда его грузишь, он быстро разряжается. На мой взгляд, получился просто незаменимый помощник по дому, по хозяйству. Помимо того, что я возил на нем плитку, также я вожу на нем дрова. Вы сами можете наблюдать, без проблем справляется с этим делом. Также помогает хорошо при вывозе мусора в контейнера, то есть накапливается мусор, гружу его в кузов моего самодельного грузового велосипеда и вывожу на мусорку. В общем, просто реально незаменимая вещь. Иногда катаю на нем своих ребятишек. Они очень довольны. Сейчас я расскажу немного о его аккумуляторах. А сами аккумуляторы взял от аккумуляторного инструмента Greenworks 40 вольт. Установил вот такое вот зарядное устройство. Получается, вывел из него на контроллеры два провода, плюс-минус. Вот два контроллера на каждое мотор-колесо идут. Контроллеры заказывал с Алиэкспресса, порядка 800-900 рублей каждый. Также вот такую вот ручку газа выписывал тоже с Алиэкспресс. Что-то порядка 600 рублей она стоит, с ключами зажигания, все как надо. Сейчас установлю аккумулятор и покажу, как она работает. Также от контроллера две вот таких кнопочки вывел. Вот эта кнопка рекуперация, то есть это торможение двигателями. А вот эта кнопка, это круиз-контроль. То есть если вы едете километров 15 скорость, нажали на эту кнопку и все, можно на газ не нажимать, он будет ехать 15 километров, пока вы не нажмете на тормоз, либо не газанете. Вот у меня 4 аккумулятора от аккумуляторного инструмента Greenworks. Они 40-вольтовые, 4-амперные. Каждого аккумулятора хватает на 10 километров пути примерно. Все зависит от грузоподъемности. Если человек легкий, килограммов 60-70, то может километров и на 15-20 хватить. Вот смотрите, включаем ручку, показывает, сколько вольт у нас аккумулятор, сколько километров я на нем проехал и батарейка заряда. Если мы начинаем двигаться, показывает скорость. Получился вот такой вот мотороллер муравей практически электрический. Еще хочу сказать, что плюс вот этих вот съемных аккумуляторов, то что их можно взять с собой, если у вас по дороге какой-то аккумулятор разрядится, вы можете поменять его и ехать дальше. Кстати, есть вот и 5-амперные варианты, и хватает, естественно, на большее количество километров пути. Велосипед я сделал в том году, а в этом году решил модернизировать свой грузовой велосипед и поставить на него вот такую вот резину, так сказать, покрышки поменять от снегоуборщика. Вот их размеры. Заказал их в Озоне сразу же с камерами. Они идут вот с таким соском, который согнут под углом, как раз то, что мне нужно. И они идеально устанавливаются на 10-дюймовые колеса от гироскутера. Прям четко встают, и получается, что мой грузовой велосипед по клиренсу, по высоте будет на 7 сантиметров выше, и естественно будет смотреться круче. Ну и плюс тут такой мощный протектор, на нем можно рассекать даже зимой, так как это колеса от снегоуборщика. Ну что, друзья, сейчас я все это дело установлю и уже потестируем его вместе с вами. И вот смотрите, какое колесико тут установлено от гироскутера. Как бы клиренс, в принципе, тоже неплохой, но смотрится, конечно, убого, я вам так скажу. Но по мощности их вполне хватает. Установим вот такое колесо сюда. Прям ощутимая разница. Сразу же давайте глянем размер этого колеса. Вот 13,5, примерно около 14 сантиметров. И размер
вот этого колеса. 31 сантиметр. Сейчас я все это дело установлю.